городского дворца творчества детей и молодежи, преподавателю высшей категории по классу эстрадного вокала Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда Мстислава Остроповича и Виталия Нечаева. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые организаторы, дорогие дети, родители. Я хотела бы присоединиться ко всем тем словам поздравления, которые уже прозвучали с этой сцены, ваш адрес от всех нас, членов жюри, и сказать, что действительно этот конкурс для нас, как для членов жюри, был очень трудным, потому что особенно в младшей возрастной и средней возрастной номинациях, по номинациям, да, сольное пение, вокал, было очень много детей. И те рамки, которые пока мы сейчас были вынуждены работать, подразумевающие под собой только всего лишь 3 призовых места, не оставляли нам никаких, так скажем, телодвижений. Мы высказали свои пожелания и надеемся, что мы будем услышаны, что на следующий год фестиваль позволит расширить рамки награждаемых детей. Мы надеемся, что на фестивале появятся не только лауреаты, но и дипломанты обязательно разных степеней. И очень бы хотелось, чтобы, если дети действительно получают какие-то одинаковые баллы, чтобы они были отмечены одинаковым дипломом, там, 2 лауреата первый, 2 лауреата второй. Раз это есть, это должно быть, я бы очень хотела, чтобы это действительно должно было быть по справедливости. Но, тем не менее, когда даже 3 ребенка у нас получали одинаковые баллы, тогда мы были вынуждены, разбирая уже детально выступление каждого, отсматривать его сценический поведение на сцене, его костюм, его как бы вообще полностью общение с залом, сложность музыкальной композиции, то есть вот эти те самые критерии, на которые мы опирались и были вынуждены, скажем так, обозначать свои позиции. Тем более в возрастной группе 10-11-15 лет, когда выходили и маленькие, только-только получившие, так сказать, в своей жизни 11-летие, и те, кто, так сказать, уже взрослые, 15 почти 16-летние дети и подростки. Было очень сложно. Я думаю, что вы нас тоже поймете и поддерживаете в нашем выборе. И сейчас давайте будем работать. Спасибо. Ну что ж, мы приглашаем на сцену всех участников номинации «Солисты 5-10 лет». Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Диплом участника получает Виолетта Лазарева. Подружные аплодисменты, дорогие друзья. Диплом получает Владимир Гурдина. Диплом вручается Валерию Зитбиеву. Анне Кожевниковой. Диплом вручается Софье Мачневой. Диплом участника получает Дарья Иванова. Диплом вручается Алине Кураковой. Артем Казарян. Диплом вручается Елизавете Тургеневой. Диплом получает Юлиана Соловьева. Диплом вручается Чулпан Каскиновой. Диплом вручается Елизавете Агименко. Диплом вручается Анастасии Кошиной. Диплом вручается Арсению Кабаскову. Ну что ж, пока вы на памяти налетали об этом замечательном празднике, нашем фестивале. Да, сейчас, точно, секунду, это детальный. Награждение лауреатов. Конечно же. Итак, третье место занимает Шелевова Екатерина. И Софья Решетова. Дружные аплодисменты. Ну что ж, мы обязательно Екатерине
Виталий.